Ребят, всем привет, вы на канале Физигор, и сегодня, буквально несколько часов назад вышло видео Brawl Talk, где будут добавлены какие-то скины, вот как мы видим по превьюшке. Ну и давайте не будем томить и начинаем просмотр, давайте. Так, сразу мы видим каких-то бойцов. Би. Так. Стоп, Брайан. Да говори, типа, всем привет и добро пожаловать. This update is about pirates. Говорит, что типа ты читал вообще, что надо делать? Это обновление про пиратов. For these brawl days, we are going full on pirates. That's right. We've got a brand new. Говорят, что будет у нас сегодня просто сумасшедший выпуск про пиратов. Пять скинов, новый режим и два новых бравлера. Посмотрим, что же тут такое. Вот новая карта в виде корабля. Так, пират Фоко, посмотрите, какой прикольненький. С гитарой такой. Corsair Colt. Это похоже на какого-то капитана или капитан скорее. Так. О, Капитан Карл. Посмотрите на него. Он, как по мне, самый классный скин из этих. Новые бравлеры. Би, пчела. So her main attack, she needs to hit that her target, so her next hit gets stronger. That's right. She's got a sniper. Короче, он запускает патроны, и каждый следующий становится все сильнее. She actually fires a little swarm of bees that can go through walls and slows and poisons her enemies. Короче, говорят, что запускает он вокруг себя такие штучки, которые делают контузию, как бы. Ну и будет, конечно же, скин у него Леди Баг Би. Макс. Как супергерой. GT Max. Так. Ну, скин просто, практически такой же. Так, смотрим. Говорят, что он очень быстрый будет. Так. Опа-но! Его ульта. Короче, она делает, если вы... ваши тиммейты становятся в поле... становятся вот в этот вот кружочек, тогда они ускоряются все. Мне кажется, что это будет легендарный боец. Так, пиратский корабль. Про что-то про пиратский корабль говорят. Короче, говорят, что будет на время какое-то Present Plunder. Надо, видимо, перенести подарок. Так, и что будет? Надо, видимо, перенести подарки на свою часть. Ну и что-то будет прикольно, мне кажется. Так, ну вот смотрите. Забрала подарок и понесла его куда-то. Джесси. Он остается и идет какой-то отчет. Ну, короче, это мы все увидим, когда уже выйдет обновление. Так, сейчас говорят про... про какой-то челлендж. And we are using this feature to actually qualify for the Brawl Finals in 2020. That's right. All you've got to do is get 15 wins before 3 losses and you are well on your way. 50 выигрышей будет, по-моему, но что такое говорят. And also the prize pool for the next year got boosted. That's right. Let's say it together. Говорят, что на следующий год будет приз увеличен до... И будет он... $1 миллион будет приз. Первое место. Because the community can buy in-game offers and that will be added to the prize pool. And that's not all. Короче, говорят, что можно как-то усовершенствовать игру с помощью этого миллиона. Ну и будем ждать обновлений. Так, ну и мы будем, конечно же, ждать этого обновления. Они говорят, что оно выйдет совсем скоро. И попрощались. Captain Colt. Captain Colt. I had one job. You had one job. What happened to you? And last but not least. Captain Carl. That's right. I can't do this. We must have one take of that. Captain Colt. Captain Carl. Captain Carl. Captain Carl. Говорят, повторяют, это прикольный момент какой-то. И Brawl Talk. Ну, ребят, они с нами попрощались, и с вами прощаюсь и я. Вы были на канале Физигор. Если тебе понравилось это видео, поставь лайк, подпишись на канал Физигор БС. Нажми на колокольчик, чтобы не пропустить следующий видос. Ну и пока!